Всех приветствую. Дорогие зрители, нашел дизайнерскую квартиру на втором береговой линии. Квартирка под ключ. На четвертом или пятом этаже проекта. Сейчас не могу определить, потому что не помню, как я поднялся сюда. Итак, дорогие зрители, квартирка мне понравилась. Проекту 14 лет. И в шаговой доступности здесь море. 80 или 100 метров максимум. Показываю спальню. Тут маленький французский балкон. Высота потолка 207 сантиметров. Здесь у нас первый санузел. Черно-белая краска. Вот красиво все дизайн такой сделали. Что-то не идет. Это я заберу с собой. Так. Здесь у нас дополнительная спальня. Тут продолжение этого французского огромного балкона. Вид также на море. Ага. Прихожая. Да. Вот такая прихожая. Здесь санузел. Такой вот красивенький санузел. Так. Душевая кабинка со всякими фыш-фышами, там, бызбызгами. Вот там тоже. Ой-ой-ой-ой. Это что, туда ставите спинку? Фантазия у людей. Блин, что я ковер с собой тащу? Так, здесь у нас гостиная. Бордово-серый такой цвет. Версачи ковер. Да. Микроволновка, все фирмы Altus. Alpine у нас духовка, плита, вытяжка. Тут тоже есть шкафчики. Дверь большая. Телевизор фирмы Onva. О. Кондиционер Regal старенький. Будешь, можете поменять. Огромный застекленный балкон. Шума от дороги в квартире нету. Вот. Видите, никакого шума. Сторона здесь южная. Тут вид на эту дорогу. Рядом есть пекарня, парки. Бургер какой-то. Море! 105 квадратных метров, как минимум, чистая, жилая. 120-25 брута, как говорят. Не буду отмерять, я уже на глаз стал профи. Ковёры, наверное, не повезло мне. Купите, возьму. Так. Дорогие зрители, здесь есть бассейн. Я спущусь и сниму ее территорию. Тоже сниму, сразу скажу вам цену. 165 тысяч евро есть ток. Ай, да, 175 евро. 175 лир. Ай, да. И есть лифт, беседка, открытая парковка. Все, не закрываем ролик, смотрим до конца. Звоните плюс 90 555 064 91 10. Не закрываем ролик. На этаже у нас 4 квартиры. Пожарная лесенка. Лесенка простая. И лифт вызываем, лифт. Здесь у нас
4-6 человек вместимость. Лифт в каком году? Здесь нету года. 6 человек написано. Тут у нас коридорчик. Там беседка. Зона барбекю. Есть генератор. Генератор. И вот такой бассейн, который еще не запустили. Фасад здания. Итак, дорогие мои смотрители канала. А. 165 есть торг. Ну, в евро, значит, цена. Айдат 175 лир. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем чао-чао, бай-бай.